Ну что, ребят, всем привет, Михаил, канал Video Game Addiction, Mirror's Edge Catalyst. Так, в предыдущей серии мы, в принципе, достаточно продуктивно поработали, узнали значительно больше о нашей семье, но в этой серии мы, опять же, займемся второстепенными заданиями, у нас это как-то чередуется из серии в серию. Так, что у нас тут? Легкие атаки на ходу дают больше концентрации, тут нельзя, ну вот пусть будет концентрация. Так, что у нас есть? Так, тут у нас что-то пути отхода. Второстепенное задание. И тут второстепенное задание. О, какое оно жопораздирательное, полное покрытие. Ну, не знаю, может попробовать. Давайте тогда вот его сделаем. Оно вот прям такое, прям самое прям бесячее. Так. Куда я могу телепортироваться, чтобы поближе? И сюда не могу. Эх. Ну, пойдем пешком. Еще такая бодяга случилась. Может, кто заметил, в предыдущей серии, оказывается, запись не встала на паузу, когда я сказал, типа, сейчас поставим на паузу. Я знаю, как доставить тебя в осколок. Если поможешь мне получить доступ к центру управления городским транспортом, мы сможем отправить тебя туда на поезде. Уже иду. Вот так вот, да? То есть я такой, типа, сейчас ставим на паузу, и просто она в итоге как бы не встала, и я молча сидел, пробегал охренительно длинный маршрут. Ну, короче, как-то так. А потом такой, типа, вот, за кадром было то-то, то-то, а на самом деле вы это все видели. Немножко бредово, конечно, получилось, но я уж не стал вырезать, ну ладно, хрен с ним. Эх, что это, думаю, галиматьей заниматься? Как получилось, так получилось, ну и пофиг. Черт. Так что, собственно, постараемся по максимуму без пауз проходить, потому что, ну, что-то по бандикам меня немного нахер посылает. Прибудем, и там начнется галиматья. Ох, я прям представляю, что куда уж сложнее. Я думал в предыдущий раз, когда пытался найти хоть какой-то смысл между шестью этими точками, которые нужно за 20 секунд было посетить. Конечно, капец. Ох, я как представлю, какой там гемор. Меня же не по себе становится. Эй, подойди сюда. Прям даже не знаю. Не знаю, слушай, в прошлый раз я так нормально охуел с твоих заданий, поэтому, ну, мощь-то я, может, смогу, но перед этим я охуею, будь здоров. Ох, полное покрытие, помогите пластик расширить доступ к метасети, подключитесь ко всем точкам данных, пока Брандмауэр не отключил систему. Ой, блядь. Спасибо, Кума будет счастлив. Что-то подозрительно. Какого хера они идут по... Так, раз...
Так, вот это берем сюда, спрыгиваем по этим. Ну, давайте попробуем. Опа! Она не залазит по ней, реально? Вот это да! Вот это да! Так, ну с одной стороны я понял, как их можно подобрать. Так, сейчас, короче, там все провалится быстро, я заодно эту штуку возьму. Их 9, просто прекрасно. Спасибо, Кума будет счастлив. Так. Ой, блин, какого... Что ты делаешь? Так. Я отслеживаю. Продолжай. Давай, 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 давай. Так, эти я разобрался, как взять, окей. Блин, сколько? Одну реально, что ли, не взял? Да ладно. Спасибо, Кума будет счастлив. Ну, вот это мне как-то все-таки тут попроще кажется. Так, положим, я беру первую вот эту. Сверху реально проще начать. Берем самую дальнюю, потом отталкиваемся от белой стены, бежим по следующей стене, там берем 3 сразу. Спасибо. Кума, блять, опять что ли? А, нет. Не взял ее все. Окей. Так, берем вот эту. Взяли. По белой стене бежим, отталкиваемся. Давай! Да, сука, блядство ебучее. Нет. Сначала. Не надо вниз прыгать. Рано. Спасибо. Кума будет счастлив. Так. Самое главное не зафейлиться. Взяли. Примерно. Здесь забегаем. Так. Ох, тут сейчас главное не протупить. Нормально, нормально. Я отслеживаю. Продолжай. Так, вот сейчас... Вот тут. И все, и последнее. А! Хера себе! А... Вот это да. Что-то их как-то до хера, по-моему. Да. Спасибо. Кума будет счастлив. Блин! Давайте посмотрим, какие здесь еще. Так, тут где-то еще по-любому есть. Неспроста же здесь две этих. Гемор, конечно, да. Я тоже думал, что все будет легко. Легко и охерительно просто. Так, ну отчасти у нас маршрут готовый есть. Так, там ничего нету. Просто вот с двумя я что-то вообще просчитался, будь здоров прям. Так, берем. Раз. Раз. Thank you.
вообще огонь. Мы прям идеальный маршрут построили. Идеальнейший просто. Так, что это? Легкая атака на ходу. Не важно. Так, что там дальше? Чё-нибудь, да? Бери ты говно. Поговорите с Беатрис Блох. Вы познакомились с Беатрис Блох незадолго до своего ареста 2 года назад. И у вас был короткий, но откровенный разговор. Пусть она и из топ-касты, но вы чувствуете, что у вас с ней есть что-то общее. Сейчас ей нужна ваша помощь, как бы не было это удивительно при ее положении. Эй, какого? О, я тут думал, не могу переместиться. Думаю, что за херня, я там столько ебался с этим узлом сети. Я знаю про налет. Блин. Ты не открытый персонаж, ты слишком черная, тебя не видно. Ты еще не дослушал. Я уже не думала, что тебя увижу, честно. Давно не виделись, да, Фейт? Наш разговор один из немногих честных, что у меня были. Что случилось? Я облажалась. Меня посадили, а теперь я вышла. А еще ты главная тема разговоров на званых вечерах. Крюгер ненавидит таких, как ты. Это взаимно. Чем я могу помочь, Беатрикс? Ну, за это время я вышла замуж. Корпоративный союз. Его зовут Питер Брайсон. А у тебя права голоса не было? Совет директоров решил. Попытку укрепить союз Брайсон Индустрис и Каскадия Логистикс. Ну, это безумие. Это моя реальность. Все бы ничего. Долг и прочее. Но... Тебе страшно? Питер любит аргументировать кулаками. Мне ему запястье переломать? Заманчиво. Но нет. Я хочу с ним развестись и, кажется, знаю способ. Ходят слухи, что он спит с Авророй Люпен Таннер. Такой роман вполне уважительный повод. Но тебе нужны доказательства. Да. Если разместишь эти жучки в нужных местах, я соберу доказательства, и совет директоров аннулирует брак. Размещу. Отправь координаты. Отправлю. Спасибо, Фейт. Я у тебя в долгу. Большом. Бабла лучше занеси потом, женщина. Раз у тебя такие ипотетические апартаменты. Так, установите жучок в баре. О, так совсем рядом. Отлично. У нас эта серия чуть-чуть коротенькая очень получится в таком случае. Фейт, первый жучок надо поставить в его любимом ресторане. Надо быть начеку. Там патрули и Крюгерсек. Здесь многие места тщательно охраняются из-за недавних терактов. Фейт может легко побить минимум 10 крюгерсековцев. Может, даже 20. Кума говорит, что лучшего бойца он не знает. Стоп, а это кто? Я Пластик, а ты Беатрикс Блох. Наследница Каскадия Логистикс. Замужем за Питером Брайсоном. Надеюсь, уже ненадолго. Пластик, как всегда. Центр. Это явно поискор. Стой на месте! Ой, это же то самое место, где я долго мучился с этим. С этим самым, да. С одним из заданий. Буквально пару серий назад. В ресторане есть уличная терраса, на которой обычно сидит Питер. Поставь жучок там. Thank you.
Вообще очень странно, что... Так, ставлю первый жучок. Следующее место его потайная квартирка. Я знаю, что он всегда берет ее туда. О чем речь вообще? Напомни, ты кто? Я уже сказала, я Пластик. Фейт мой друг. Так вот, Пластик. Мой муж меня бьет, ни в грош не ставит и изменяет. Я хочу с ним развестись. А че не разведешься? Вот Фейт мне и помогает. Ставит жучки. А, ясно. Вот, что я говорил, очень странно, что вот сейчас у нас при добивании она вышла ему на излом руки и взяла у него его телескопическую дубинку охранника, чтобы его добить. Просто в подсказках в моменты загрузки писалось, что Фейт не может использовать оружие агентов Рюкерсек, потому что оно биометрическое. А тут мы как бы сейчас наблюдали абсолютно другое, ну, хз, короче, как это... Так вот. Пани, есть балкон. Поставь туда жучок. Хочешь слушать, как он спит? Не совсем, Пластик. Его любовница тоже будет там. Тревога, тревога! Отвлечь кума! Тревога, тревога, тревога! Так, я что-то походу... Здравствуйте. Так, все. А, ну да, я даже почти правильно бежал. Ставлю первый жучок. Следующее место его потайная квартирка. Я знаю, что он всегда берет ее туда. О чем речь вообще? Напомни, ты кто? Я уже сказала, я Пластик. Фейт мой друг. Так вот, Пластик. Мой муж меня бьет, ни в грош не ставит и изменяет. Я хочу с ним развестись. А че не разведешься? Вот Фейт мне и помогает. Ставит жучки. Ясно. В спальне есть балкон. Поставь туда жучок. Хочешь слушать, как он спит? Не совсем, Пластик. Его любовница тоже будет там. Тревога, тревога! Отключить кума! Тревога, тревога, тревога! Так, куда надо-то? Я что-то опять запутался. Надо. Так, предположим. Вполне рабочий вариант. Можно попробовать так.
какая-то. Но я понимаю, что вам нужно вот на тот балкон, но я не понимаю, как маркер это хочет, чтобы я сделал. Скажи мне, как туда пройти, я не знаю. Так, ну вот, я здесь. Ну, раз, и все. Блин, он показывает, сюда надо, но... Здесь ни черта невозможно забраться. Хотя... Блин, а? Скотины. Хрен еще поймешь, что именно так. Так, второй жучок поставлен. Куда теперь? В его офис. Я отправила координаты. Спасибо большое, что помогаешь. Ты получишь, что надо, Беатрикс. Обязательно. Спасибо еще раз, Фейд. Так, ну давайте справимся, что ли. Все, я это... Что у нас тут еще можно качнуть? Пусть будет. Надо показать им, что они зависят от нас так же, как и мы. Что, у нас есть еще второстепенные задания? А то что-то серия-то маленькая получилась. Вон, основное, да. Я его что-то найти сначала не мог. Ну, хорошо, тогда давайте пока закончим. Основное задание, билеты, пожалуйста, мы в следующей серии тогда сделаем. А на этом всем пока и удачи.